я не мог пройти мимо, просто пока стояла очередь, ну, не хотел отвлекать во время работы. Здравствуйте вам, у вас всегда такие замечательные рубашки. А как нынче вообще с ценами? Сильно, сильно изменилось? Ну, они ж легенькие, они ж натуральненькие, они ж без... это как раз те, которые с жару... Ну, хорошо, комфортно себя чувствуешь. Цены у нас от 100 и 100 и выше. От 100, в общем, от 100 гривен рубашки, это, по-моему, еще до кризиса, до последнего кризиса, да. Вот это вот цены. Поэтому приходим, а витрина, ну, выбрать можно однозначно на любой вкус и да, цвет. И не только для взрослых ребят и мужчин, но и для деток. Размеры есть от маленького, да, от маленького и до взрослого. Приходим, выбираем. Чем хорошо у нас на рынке? Можно с одним продавцом пройти практически до конца ряда. Вот вы думаете, как, кстати, зовут? Дмитрий. Меня Николай. Дмитрий. А вы что думаете, Дмитрий только там торгует? У него и тут есть чем поторговать, да? Немножко, да. И что, почем женские костюмы? Если там по 250, то... Начинаются тут 220 гривен в пределах этого. Опять же, старое, чтобы оставалось. И пошло-поехало. Новое 350, самое дорогое. А где новый? Новый. Вот. Вот эти вот. Вот розовенькие, вон, медведь. С ушами. Медведь 350 гривен. Да. Вот, кстати, медведь такой интересный. Медведь классный. Он и на ощупь классный. Велюровый. А это еще велюровый. Велюровый медведь с черными стразиками в виде глаз. Глазок. А, у него еще и уши есть. Уши есть, да. Вот. А на вашей любимой девушке всего за 350. Всего. Всего. Заходим. То есть заходим и покупаем. Себе не рекомендую, не поймут. Но любимой девушке можете купить. А, размеры. Размеры 48. От 42 до 48. Практически самые ходовые. Самые ходовые, да. Ну, еще скажи, что напротив тоже... Не. То есть вот этот ряд, это твое. Да, вот это мое. Ну, хорошо. Удачи всех, благ, здоровья. Да, спасибо большое еще раз. А вот куртками-то торговать по весне... не поздно ли? Ну, пора уж менять ассортимент. Ветровки. Ветровки идут в любое время года, да? Да? Вот. Кто успеет в теплое время года, точнее, у кого денег хватит, можно купить что-то потеплее и придержать до осени. Под кожу. Почем под кожу стоит нынче? От 500 до 600. От 500 до 600 гривен под кожу можно... Весеннее себе прикупить. Пропускаем. Не, ну люди ходят, но почему-то мало покупают. А, опять же, я из стороны в сторону смотрю, продавца нет. Наш рынок вообще славится отсутствием продавцов. То есть можно прийти и выбрать самому, там денежку, если хотите оставить, нет, так уйти. Халаты. Женские. При Советском Союзе магазин без продавца. Да, магазин без продавца, как при Советском Союзе, вот мне подсказывают. А смотрите ассортимент, выбирайте, приходите. Главное, чтобы гроши были, у кого остались деньги после пасхальных-то праздников и перед майскими, кто еще не растратился основательно, могут прийти и что-то прикупить. Ура! Ура, ура, ура. Не вижу шорты, хочу шорты и не вижу. Шорты не вижу. Здравствуйте. А у вас шорт нет случайно? У вас только рубашечки. Зато какие рубашечки? Да, согласна. На любой. Покупателей нету. А покупателей надо этот самый заманивать, надо там с бубном. Точно нынче с бубном. Нынче вот только с, да, бубном их с и заманишь. Да, да, согласна. Да. Только нет, маракасы. Но дай бог дойдут. Дай бог. Сейчас же это ж Пасха и майский на носу. Да. Сейчас все сидят, да, и думают, надо же отпраздновать. Да, да, не, да, чтобы прийти рубашечку купить. Вот согласна. Вы там идете снизу, загоняете их сюда. Сейчас будем возвращаться еще. Давай, точно. Возвращайтесь, потрусим. И
для мамы. Всегда, да, всегда, когда мы здесь, вот показываем, тем более у нашей коллеги Татьяны Красильниковой, обратите внимание, одежда для будущих мам, вам сюда, будущие мамы всегда очаровательно смотрятся, а вот в хороших обновках они будут смотреться еще лучше, поэтому приходим и выбираем, и покупаем. И а это ваше все? Нет, это не, это не ваше. Это девочка отошла? Девочка отошла. Вот, мы попадаем в обеденное время, люди отходят. Ну вот смотрите, да, какие комбинезончики, смотрите, какие штаники. Будущие мамы, приходите, покупайте. Где же вы еще такую красоту купите? Шарфики, платки, да, курточки, жилеточки, кепочки. Из разряда 100 мелочей, 100 ценных мелочей в одной лавке. Смотрите, какие очаровательные платьица. Если бы был продавец, я бы рассказал даже, что это такое. Но в принципе это платьицы, сарафанчики для прикрас наших милых, очаровательных женщин. Ну и стоимость, ну, держится в районе от 150 до самой дорогой. Вот вижу 150. Самое. Нет, вон 100 что-то есть. Но это, наверное, один пиджак. Вот. А, это целый костюм за 100. Подожди. Значит, целый костюм за 100 гривен. И вот платьице за 300. Если бы я мог сам без продавца рассказать... Нет, без оператора. Без оператора я как раз могу. Я без продавца не могу рассказать, что это такое. Это же все-таки по-женски. Понятно, ой, что это блушечки, рубашечки. Так что здесь разворачиваемся налево и точно так же смотрим. Опять же, ценники есть. Уже под теплое время года, уже свеженькое, новенькое, натуральное, расцветками. Ну и по нынешним-то ценам, это еще цены, по-моему, до того несчастья, которое у нас начало происходить в последнее время. Поэтому у кого есть возможность, приходите, выбирайте, покупайте, и чтобы в обновочках встретить 1 мая. От павильона к павильону. Целый павильон джинсовых женских шортиков. Ну, есть еще даже джинсики, но вот хочешь шортиков. Это джинсики, вон шортики. Понял? И вон, смотри, сколько разных. Еще чуть-чуть, и все, это все уже будет на девчонках. Это будет круто. Проходим вниз. Попали в лавку распродажи теплых курток. Кожаных? Подкожаных? Подкожаных. Кто износился, потрепался, может прийти и на следующий сезон уже прикупить. Ну и мужские рубашки. Вот так вот закончился наш сегодняшний выход на рынок в Белгороде-Днестровском. В принципе, все сами видели. Прилавки полны, павильоны полны товаров, даже продавцы есть. Но вот покупателей почему-то мало. В принципе, все знаем, почему денежек у населения становится все меньше и меньше. Поэтому, дорогие друзья, что могу сказать? Остается только надеяться на то, что ситуация стабилизируется, станет как-то легче, и мы вновь вернемся к тому благополучию, которое имели. На этой неделе с вами прощаюсь. Увидимся.